Касцюковіцкія прысмакі і майстры на ўсе рукі ў Магілёве. У межах абласнога праекта «Фестываль народных талентаў Магілёўшыны» сваю творчую прэзентацыю прадставіў Касцюковіцкі район. Сакрэтамі майстэрства дзяліліся з нашай здымачнай групай. Угощаем гасцей прысмакамі. Гусятиной, колбасой, салом, напёкой. Господыни из вёски Белая Дуброва рассказывают про свой обрад гусиное свято и частуют гусем и иншими просмаками. С Костюковицкого края у Могилёв приехали самые талиновитые и опантанные справой майстры. Яны вучить своему мастерству и навод от хвороба уратуются справой. Прячь научила вон, уже несколько человек. И маленьких, даже хлопцы взрослые. Вопля, дитя, инсульт перенесла, так ковры. Разработала руки. Разьба по древе, соломки, лялька, вышивка, усё с душой и с особливой задумкой. Запах дерева – это не заменишь ничем, такой запах, никакими духами. Вот когда пилишь дерево, а это же вообще. Любота, смотрите, как сразу видно, что получается. В районе своих майстров ценить, ими гонораться. Уполнены, что розголос про их таленты повинен исти ширей. Полностью самоотдача, наверное, вот творческому, своему творчеству, своему любимому делу. Потому что в основном то у большинства из этих людей своя работа. И вот то, чем они блистать здесь, если у них получится блистать, они будут именно это их хобби. На гэтую вышиваную прыгажосць у майстрыцы Людмилы Мильниковой пошло 10 гадоў. Гаворыць, жить сярод прыгажосці – гэта традыцыя, якую бацькі павінны перадаваць дзецям. Своим личным примером я считаю, что надо детям показывать то, что именно трудиться в первую очередь, что-то создавать, к чему-то стремиться. Ведь у каждого человека есть талант. Просто кто-то его развивает, кто-то в чем-то гасит, правда? Запальвали новые зорки подчас концерта презентации. И по традиции, напроканцы свята Костюковицкий район передал эстафету фестиваля наступному удельнику Кличевскому району. Татьяна Дмитриева, Дзяніс Бутылін, Новин регион.